Казанском государственном энергетическом университете прошел молодежный день. Он состоялся в рамках международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». Гостей мероприятия ожидали обучающие квесты, дискуссии, встречи с ведущими экспертами в сфере науки и энергетики. В обсуждении участниками были затронуты современные тренды в энергетической отрасли, перспективы развития и цифровизация образования и промышленности. После обсуждения состоялось награждение победителей 5-го республиканского конкурса молодежных инициатив «Мы выбираем энергоэффективность-2018» и квест-проекта «Бизнес-энергия». Также в этот день в Казанском государственном энергетическом университете состоялось заседание Молодежного совета энергетической отрасли. Главным вопросом стало обсуждение плана работы. Позже представители энергетической отрасли соревновались между собой в интеллектуальной викторине «Реквизит». 14 команд по 5 человек отвечали на интеллектуальные вопросы в области энергоэффективности. Артём Тупичкин, Универньюз.